Встречайте, платье Велена, наша Надежда Исайкина, в платье Велена просто королева. Спасибо, спасибо, спасибо. На самом деле это не я королева, это хит продаж. Чтобы, Оленька, ты вспомнила, мы его уже презентовали несколько раз, и насколько оно полюбилось нашим телезрителям. Я вас прекрасно понимаю, я сама влюблена в это платье. Ну, во-первых, оно очень нарядное, оно очень красивое, а во-вторых, при всем при этом, это платье невесомое, его не чувствуешь на себе, но такое приятное. И это не случайно, ведь основа – это вискозное полотно. Но самое главное, это платье имитирует нарядный костюм, жакет, юбку и блузу. Ты знаешь, Надь, я вот смотрю на тебя, если бы ты не сказала, что это платье, я думаю, наши телезрительницы даже не догадались. Да, все потому, что все продумано, до мелочей. Смотри, наш жакет, псевдо-жакет, он даже как будто бы начинает распахиваться. Но на самом деле, конечно же, это имитация. И это удобно, потому что представьте себя в жакете и юбке. Обязательно, когда вы занимаетесь чем-то в течение дня, что-то может задраться, что-то может подвернуться. Этого никогда не произойдет с платьем, потому что оно вот такое, литое. Жакет плавно переходит в блузу, блуза плавно переходит в юбку. Очень смотрится привлекательно, и мне видно по тебе, что тебе удобно, что тебе приятно. Конечно. Это важный момент. А еще, ты знаешь, Надя, я замечаю, что ты, по-моему, стала еще стройнее. Ну, каждый день я становлюсь еще и еще стройнее. Девочки, вас послушать, так скоро ничего от меня не останется. Но на самом деле это просто правильная одежда. Давайте посмотрим еще и на рукав, насколько он комфортный. Во-первых, красивый, это летучая мышь, а во-вторых, он укороченный, то есть это королевский рукав, это специальный рукав, который позволяет себя чувствовать комфортно целый день. Ну и, конечно же, эти цветы. Тебе нравятся цветы? Очень нравятся. И причем, смотрите, какая расцветка. Вы посмотрите, какие здесь тона. Вот тона сдержанные, но с другой стороны, это очень здорово. Сильно яркие и кричащие не каждая женщина для себя выберет, а эта расцветка вам подойдет однозначно. У нас размеры есть от 52-го, внимание, до 70-го. Где вы видели в таком размерном ряду красивые платья? Платья, которые выглядят как тройка. 3390 рублей. Звонки бесплатные. Торопитесь. Больших размеров у нас, к сожалению, не так много. До 70-го. И, Надя, у меня вопрос. Садятся размер в размер или лучше абсолютно побольше? Размер в размер, потому что это российский производитель. И потом, Оля, сколько бы стоил нарядный костюм? Это невероятные деньги, 1015. А мы предлагаем вам готовое платье, которое полностью имитирует этот костюм. Давайте посмотрим наш красивый жакет, рассмотрим внимательно рисунок. Создается впечатление, что это творение настоящего художника. Посмотрите, насколько переданы краски и как великолепно зафиксированы цветы на ткани. Вот, кстати, про цветы на ткани. Они насколько прочно зафиксированы, ну, как правильно ухаживать? На 100%, Оля, сейчас разверну наши ткани, ты увидишь, что они пробиты буквально насквозь. Они есть и снаружи, и снутри, и это говорит о высоком качестве прокраса ткани. Эта ткань прокрашена на производстве, уже потом из нее был пошит этот нарядный жакет. Вы посмотрите, какое качество! Это трикотажное вискозное полотно, которое еще и подтягивается. Кстати, здесь все ниточки подтягиваются в унисон, то есть никогда не треснет, не порвется этот рукав, что очень и очень удобно, и все женщины понимают, что это важно. Качественная вещь, достойная, красивая, необычная. Посмотрите на нашу модель, да, Дашу. Вот я на что хочу обратить внимание, так это на грудь. Вот извините за за прямоту. Так. Наши многие телезрительницы обладают пышной грудью. Они звонят и спрашивают, у меня 5, 6, 7 размер, подойдет ли мне платье. Вот вспомните, много ли платьев на вас садится. Повернись чуть-чуть в профиль, пожалуйста, Даша, продемонстрируй всем свое богатство. Вот так будет сидеть на вас это платье. И принимая во внимание, что оно еще и до 70-го размера, вы точно будете знать, что вы в него поместитесь и что вы будете выглядеть очень стройно при всем этом. Очень стройно. Вот смотрю на Дашу и вижу стройный силуэт. Я вижу фигуру, я вижу фактуру привлекательную, женственную, которую обожают мужчины. Итак, очаровывайте, околдовывайте и чувствуйте себя королевой в платье Велена. Оплата всех заказов происходит только при получении. Как сделать заказ?
номер телефона на ваших экранах, и я вам еще дам подсказку. У вас есть 15 дней гарантии возврата. Если вдруг платье на вас не сядет, никаких проблем, вы можете его вернуть. Мы либо поменяем на другой размер, на другую модель, либо вернем вам деньги. Просто и легко сделать свою жизнь яркой, красивой и чувствовать при этом себя королевой. Да, почувствуйте себя королевой, почувствуйте себя в конце концов в кои-то веки удобно, комфортно даже в нарядном платье. Посмотрите, вот эта пуговка, которая украшает наш жакет, она здесь декоративная, она никогда не распахнется, но при всем при этом у окружающих будет такое впечатление, что это нарядный костюм. И давайте я сейчас подойду к нашей модели, чтобы вы еще раз смогли понять, что разные фигуры, абсолютно, у меня фигура треугольник, то есть у меня основной объем приходится на бедра. Посмотрите, гармонизируется моя фигура. А теперь давайте посмотрим на Дашу. У нее пышная грудь и узкие бедра. При всем при этом платье тоже сидит на ней идеально. Ты знаешь, это палочка-выручалочка, это просто находка. Пропустить такое платье невозможно. Друзья, делайте свой выбор прямо сейчас. Итак, у вас есть платье, которое вас тронит? У вас есть платье, которое комфортно? У вас есть платье, которое смотрится великолепно и при этом создает прекрасный силуэт, который подтягивается, не сковывает ваши движения? У вас есть платье, которое выглядит как тройка костюм? Если нет пока, вот оно. Это ваше платье Вилена. Размеры есть до 70-го. Это прекрасная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Итак, действительно, действуйте сейчас, потому что неизвестно, когда закончатся размеры. Завтра может не остаться 70-го, 68-го, 66-го. Будет очень обидно, потому что нарядное платье действительно такой красоты встретить в своем размере очень сложно.